Ребята, привет! Здрасте. Группа The Коля. Город Одесса. Конкретный Николай. Давайте так вас запомним. Поехали. The Николай, да. Окей. Звезды поднимаются повыше. Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось, сумерки укутав дома. Вроде ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда тебе приснился, ты все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Тебя меня не погасила. Свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось тебе. Как жаль, что танцую только я. Единственный, вот я, милый, единственный сон твой. Тот день, когда тебе приснился, ты все придумала с ума. На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Ты для меня не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось всем. Вот это да! Спасибо. Уолтер, очень интересно ваше мнение насчет всего этого. Я что-то не понял. Я говорю нет. I'm sorry. Вам не понравилось? I don't get it. А вы знаете эту песню вообще? Да, дело не в песне. Дело... Я не знаю, в чем дело. Anyway, я просто голосую нет. Знаете... А что ты смеешься, Серега? Ну, ребята смелые, конечно. Что там? И правильно сделали, что пришли, станцевали, спели, как могли. Ну, к сожалению, я говорю нет тоже. Но я должен сказать... Что можно плюсом поставить за просто действительно смелость. Пришли, так сказать, среди вокалистов, выступил коллектив, который показал все, что они могут. И вы говорите нет. Я говорю нет, да. К сожалению, да. К сожалению. Я бы хотел обратиться к Виктору Дробышеву. Виктор, вы постоянно упрекаете членов жюри, что они всех пропускают. Вы этого добивались? Вот нет, нет, нет. А на самом деле это первые ребята, которые сегодня я увидел, которых можно назвать вот этим... достаточно серьезным словом артист. А вам понравилось, это... Виктор? Ну, во всяком случае, я считаю, что не зря 3 минуты моей жизни ушло на просмотр вот этих пацанов. Мне кажется, что у них что-то в загашничке свое есть. Есть у вас какой-то козырь в рукаве? Конечно. Что-то такое? Есть авторская песня, ребят? Да, есть. Как называется есть песня? Есть два варианта. Есть одна песня, называется «Ду-ду-ду». «Ду-ду-ду», а вторая? А вторая я могу взять просто гитару, сыграть что-то а красивое, как она лирическое. Она называется «Такие тайны». Друзья, давайте вместе проголосуем. «Ду-ду-ду», «Трэш» или лирическое? «Ду-ду-ду». «Ду-ду-ду». Единогласно. «The Коля». «Ду-ду-ду». В опале растут маки и цветет камыш. Радуется крот и веселится полевая мышь. А я дома сижу, никуда не выхожу. Ведь я занят, я хочу. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Светку лободу, а она до сих пор не хочет меня. И ночую с другим. И ночует с другим. Зря с другим. Зря с другим. Зря.
Я взрослею и взрослеют мои вкусы, мои нравы, а не лорак я хочу. И второй состав Виагры, и тех девочек, что в группе, группе серебро поют. И хочу о них мечтаю, только искренне люблю. Ду-ду-ду-ду-ду, Светку Лободу, а она до сих пор не хочет меня и ночует с другим, а что это другое, что он ей может дать? Будет ли он ее любить так, как люблю ее я? Чесать спинку после концертов, а? Сомневаюсь. Спасибо. Настала очередь для голосования. Мы выслушаем Жанну Рождественскую и Сергея Чигракова. Жанна. Ребят, вы все актеры? Посмешили нас всех? Я говорю да, ребят. Да! Спасибо. Так, так, так. Сергей. Да. Да. Ну и раз голоса наших членов жюри разделились ровно поровну, увидимся мы с ребятами в рамках проекта или нет? Вы знаете, что, ну, может быть, действительно не совсем форматное выступление, хотя я и второй раз получил удовольствие. И вот мой самый уважаемый коллега и друг Игорь Матвиенко, на которого я всегда пытаюсь ориентироваться, тоже, кажется, получил удовольствие. Игорь, кивните, если это правда. Так. Если вы бы дали мне такую возможность, я бы оставил этот вопрос открытым до последнего момента. Так что я считаю, давайте всех подвесим, пускай все думают. И мне чуть-чуть не хватает для того, чтобы сказать «да».